Квартирник. Ваткина. Жару и снега пад. Три минуты мы начинаем. Там надо будет свет выключить. Либо и вот тот в коридоре. Коридорный выключи. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот наш квартирник набирает свои обороты. Он становится таким разноплановым. Индри, ну как волнение есть? Поэтому сегодня у нас будет уникальнейший проект. Галя Литовская. Он ее представит наш друг, наш концертный директор Марк Шлемович! Дорогие, Ача Лабе, я же поражаю литовичкой, близко до посадка, а что... Хлопайте всегда. Это мы вырежем. Тебя дудаликой маня. И сегодня я вам хочу представить уникальную нашу оперную диву. Оперную Мадонну не только, наверное, Литвы, но и всей восточной, западной, южной и северной Литвы, Европы. Певица Ингрид Ананкайте Калашникове и концертмейстер, уникальный концертмейстер Юлия Барановскайте. Похлопаем за страны! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова находимся в квартирнике у Ильи Ваткина. И сегодня у нас был, и вы увидите сегодня, необычный квартирник. Совершенно необычный. Он у нас получился оперный. И у нас сегодня, естественно, раз квартирник оперный, у нас сегодня оперная дива, великолепная литовская сопрано Индрия Ананскайте Калашниковине. Да. Правильно?
Да, правильно. Отлично. И ее концертмейстер Ниёля Барановская Матуконини. Мы познакомились с тобой как с удивительным сопрано. Тебя не смущает это небольшое пространство, как оперную певицу? Обычно мы выступаем в больших залах. Однако маленькие пространства имеют свое очарование. Они уютны. А уж если публика сердечна и тепла, то нет большой разницы. Это совсем неплохо петь в маленьких залах. И зритель ближе, легче донести историю, о которой ты поешь. Поэтому здесь у вас очень уютно, душевно и приятно здесь находиться. Ананкайте Калашниковине, обладательница чудесного голоса, неоднократно завоевывала награды в престижных певческих конкурсах в Италии, Финляндии, Польше и других странах. В настоящее время она активно участвует в постановках Литовского национального театра оперы и балета, Вильнюс Сити Опера и других. Исполняет главную роль в очень популярной в мире опере «Have a good day». Особое место в сердце Индрии занимает жанр мюзикла. Она создала образы в легендарном литовском мюзикле «Чёртово неместо» Ганелина, «Огненная охота с гончими» Купрявичуса. Активно и успешно участвовала в телевизионных проектах «Золотой голос», пела дуэтом с гитаристом Стинга Домиником Миллером, постоянно практикуется и развивает свои способности, участвуя в мастер-классах, признанных в мире мастеров вокала, сотрудничая с различными мировыми оперными театрами. Ниёля Барановскайте Матуконини – одна из признанных в Литве пианистов-концертмейстеров. Активно участвует в музыкальной жизни Литвы, немало концертирует и за рубежом. Является участником многочисленных музыкальных фестивалей, их лауреатом и дипломантом. Ее активность объясняется тем, что многие артисты и ансамбли, зная высочайший профессиональный уровень Ниёли, с удовольствием приглашают ее аккомпанировать им на фортепиано. Также занимается педагогической деятельностью.
является лектором-концертмейстером кафедры сценического искусства факультета искусств и творческих технологий при Вильнюсской коллегии. Расскажи немного о себе. Как ты начинала? Закончила Академию музыки и театра Литвы, классическое пение, оперное. Защитила степень магистра. С того времени мне очень нравится оперный жанр. Стараюсь петь оперную музыку. Мне нравится и более легкая музыка. И прекрасно ее исполняешь. Спасибо. В свое время я создала проект «Трибьют Селин Диор». И часто исполняю и такую музыку. Я очень рада, что могу сочетать один жанр рядом с другим. Почему ты тогда выбрала сегодня такую классическую программу?
mes kartu su Nijole prieš kiekvieną koncertą kažkaip aš nesėmau. Перед каждым концертом мы с Ниолей, а она настоящий профессионал, обсуждаем программу. Пытаемся понять, что нужно той или иной публике. Ниоле хорошо знает меня, мой голос, наши возможности. Мы перед квартирником встретились, у нас была целая кипа нот. И мы методом исключения выбрали нужные арии. Мы выбрали арии, которые не просто популярны, они сокровища музыки. Хорошо, Ниоля, расскажи, как вы познакомились с Индри. Это же у вас не дуэт? Или все же дуэт? Да, в истинном смысле этого слова мы дуэт. Мы уже много лет вместе, с той поры, как Индри поступила в академию. А я уже работала там концертмейстером. Была ее преподавателем по камерному пению. Я очень порадовалась ее приходу. Мы подружились, и наша творческая дружба продолжается до сих пор. Индри очень скромно представила себя. На самом деле она создала яркий оперный роль. Недавно сыграла роль в очень красивом мюзикле «Большая комета», созданного по мотивам «Война и мир» Льва Толстого. Там Индри исполняет главную роль Наташи. Индри сотрудничает и с Вильнюсской оперой. И вообще, она прекрасная оперная солистка. К сожалению, недостаточно используемая. Visur gali, iš tikrųjų. Puikiai dainuoja ir operinę muziką, ir
отлично поет и оперу, и поп-музыку, и в жанре мюзикл все может. Когда человек талантлив, так и происходит. Такая у нас с ней дружба. И самое главное, что мы всегда с ней подчеркиваем. Мы одинаково чувствуем музыку, это нас сближает. Вы прекрасная команда. Дуэт или не дуэт, но... Мы еще и друзья. Когда есть общий взгляд на музыку, совпадают мнения, совсем несложно вместе творить. Ты знаешь, на что можно рассчитывать и как человек будет работать. Я концертирую со многими исполнителями, но с Индри это особое удовольствие и моим ушам, и моей душе. Надеемся вас неоднократно здесь еще увидеть, возможно, с проектом Целин Дион, трибьют. С удовольствием. А может и других творческих работ. Им обязательно. Возможно, ты была в Италии? О, папа, сколько ты в Италии? Да, расскажи про Италию. Taip, Италия и Италию гидана моя деститая, стейнадмо педагогас. В Италии живет мой преподаватель, которому последние 4 года я еду учиться. Там тепло. Там горы, там хорошее настроение. В Италии все оперные корни. Я там ищу, совершенствуюсь, и хочется еще и еще. Нельзя останавливаться. И даже когда мне говорят, ты хорошо поешь, зачем тебе куда-то ездить? Я считаю, что нужно поддерживать свою вокальную форму, стремиться к поиску новых знаний, расширять голосовой диапазон, что очень важно для исполнителя. Даже такой грант, как Лучано Паваротти, и тот имел своего так называемого коучера, который помогал ему работать над партиями, присматривал его голос.
Поэтому многие исполнители, и я в том числе, которые едут учиться, и я лично буду делать это и впредь. И, кстати, в этот понедельник я улетаю в Таллин, тоже к одному известному педагогу. Концертов? Концертов достаточно. Долг. За рубежом были концерты? Усени мас концертуоти. За рубежом? Ну, его две сокольбеты. Это просмотрачей, в обскрытых. Если говорить именно о нашем дуэте, то нет. А вообще, я немало выступаю за границей. Я пою в одной современной опере. Так мы объездили с выступлениями не только практически всю Европу, но были и в Нью-Йорке, в Китае. Хватает концертов за рубежом. Их не хватает в Вильнюсе. Многие наши друзья спрашивают, когда вас можно послушать в Вильнюсе. Вильнюс вроде большой город. Места всем жанрам должно быть достаточно. Однако уютных залов, где можно было выступить, позвать всех своих друзей, на мой взгляд, недостаточно. О чем мы очень сожалеем. Но будем надеяться, что со временем такие залы появятся. И квартирник тому подтверждение. Субтитры сделал DimaTorzok.
Мне кажется, что я видел тебя в каких-то телевизионных программах, конкурсах. Я участвовала в международных певческих конкурсах. В Италии, Латвии, Ленкии. Финляндии, Италии, Польши, Латвии. Треба подалювати в телевізійних проєктах. Ти є нас ще сімейдинався, ти краєвся моєму проєкту було ЛРТ. Довелось участвовать и в телевизионных проектах. Одним из запомнившихся был проект ЛРТ «Золотой голос». Это был интересный опыт, своеобразный шаг вперед. Артисту очень важно, чтобы его узнавали, и это происходит после выступления на ТВ. А последний ТВ-проект, который очень близок моему сердцу, ведь в нем я участвовала с моим мужем. Это был тоже проект ЛРТ «Два голоса, одно сердце». Он тоже способствовал известности и карьерным шагам. Кол душа.
сегодня вы сами видели весь концерт с великолепным сопрано литовским Индре Ананкайте Калашниковене. И мы хотим пожелать Индре дальнейших успехов не только в Литве, но и на международной сцене, и не на маленькой сцене, как наш квартирник, хоть маленький и уютный, но на больших, огромных сценах, что и, собственно, нужно таким голосам удивительным и таким красивым людям, как Индре. И спасибо Ниоле за то, что она поддерживает, и эта команда очень хорошо и красиво работает. Вы сами сегодня все видели, дорогие друзья. Спасибо вам. Ачиум, бабы. Спасибо. Ачиум, бабы. Ачиум. Дорогие друзья, сейчас буквально 10 минут, кто желает фотосессия.